Всем привет! В этом видео я поговорю о трех акциях российских компаний, которые, на мой взгляд, самые первые взлетят в космос после урегулирования всех вопросов как политических, так и внешнеэкономических. Данную подборку акций я сделал исключительно на свое усмотрение, поэтому к данному видеоролику стоит относиться как к исключительно мнению автора. На третьем месте я расположил компанию ВТБ. Вообще банковский сектор достаточно хорошо переживает кризис и такое непростое время. Например, для Сбербанка октябрь вышел удачный и отбил все предыдущие месяцы в этом году. И вышел в небольшой плюс. Поэтому считаю, что акции ВТБ, которые очень сильно упали с февраля 2022 года, имеют отличные шансы на восстановление. На втором месте я расположил компанию Аэрофлот. Акции сейчас торгуются в районе 25 рублей за штуку. Опять же, проблема в отрасли вызвана отсутствием должного оснащения, ремонта, ну и, конечно же, ограничения в маршрутах и полетах за рубеж. Ну а после урегулирования всех отношений, акции Аэрофлота также быстро восстановятся к привычным для себя отметкам. Ну и, конечно же, на первом месте среди акций российских компаний я поставил ту, в которую, естественно, верю сам. Это акции компании СПБ биржи. Их я держу в портфеле на достаточно приличную сумму. У СПБ биржи в этом году огромнейшие проблемы. Ее щемят со всех сторон. И акции от своих максимумов упали уже на 85%. Вот такой топ получился у меня сегодня. Пишите свое мнение в комментариях. Делитесь видео со своими друзьями. И не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока-пока.